Приветствую вас, друзья, мы продолжаем играть в Матерны 3.0 на карте Бора-Бора. И я тут немножко подумал, куда нам отправиться дальше. Все основные места мы уже осмотрели, и единственное, что мы не осмотрели, это вот эта вот часть острова. Поэтому я решил, раз уж у нас есть машина, поедем на этот остров самым длинным путем, то есть через аэропорт. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, и уже посмотрим, что здесь вообще находится. Единственная проблема, хотя это не особо проблема, то, что у нас нет бензина. У нас есть пустые канистры, которые нужно заправить. Ну вот, есть, конечно, масса мест, где можем мы заправить, но я вот не знаю, куда бы податься, чтобы не особо... Ой-ой-ой, чуть не провалился в эту дыру. Так, такой резкий склон. Я уже забыл, что я рядом с дырой нахожусь этой. Так, можно, в принципе... Да что ж такое, блин? Выехать нормально не могу. Деревья стали падать. Смотрите, как летят. Прямо как будто я на танке. Так, в общем, предлагаю тогда заехать куда? На военную базу. Кстати, там, возможно, заспавнился уже новый лут. Да, поедем мы, наверное, на военную базу, заправим машину. И потом уже отправимся на этот кусок острова, который мы хотели. Так. Я правильно еду тут точно. Вот мы уже почти на месте. Там какая-то машина, кстати, стоит. Это не та, которую я оставлял. Да. Это та белая. Даже фары не выключил. Где-то тут должен быть источник топлива. Вон они, я вижу контейнеры. Через шлагбаум мы не проедем, наверное, или проедем. Протиснемся как-нибудь. Давайте попытаемся. Так, аккуратненько, чтобы не застрять. Все-таки генераторы я же выкинул, по-моему. Так что мы не сможем подключить, чтобы открыть шлагбаумы, поднять их. Так, ну вот как-то так вот. Мы... Кстати, тут большой зомби где-то должен спавниться. Давайте все-таки сначала выйдем и перестреляем зомби. Хотя, возможно, он и не заспавнился. Так, куда-то пошел зомби, я здесь. Так, вот еще один. С этой стороны. Я тут откуда-то взялся. Так, и под ногами у меня оказался еще один зомби, которого я что-то не заметил. Ну, он меня немножко покоцал. Все. Здесь вроде был большой зомби. Я помню, я на вышку еще забирался, чтобы его убить. Так, ну что-то тут нет. Ладно, давайте бегло осмотрим. Какой здесь новый лут появился. Дробовик, кстати. Дробовик я бы взял. Но патроны-то я не собирал к нему. Так что пока пусть лежит здесь. Так, еще быстренько посмотрим вертолет. МРЕшка, кстати. У нас есть место? Давайте одну съедим, другую возьмем. У нас же была одна, по-моему, да? Одну я съел, у меня еще одна оставалась, по-моему. Или нет, у меня всего одна осталась. Да, похоже, у меня всего одна была. Что-то я здесь не вижу. Ну да ладно, возьмем. Возьмем. Это мы не возьмем. Это мы тоже не возьмем. Гранаты тоже оставим. Так, медицина у нас, по-моему, есть. Вот только кровь можно взять. Хотя нет, у нас вообще полно, по-моему, всяких таблеток, всякой медицины. Адреналину даже есть. Так что не будем. Там джип этот до сих пор здесь стоит. Зомби. Вот и патроны, кстати, дробовика, но их всего 6 штучек. Сейчас еще пройдемся, если найдем еще больше, то можно будет, в принципе, дробовик и взять. Так, что здесь? Всякие стволы. Это все мне не нужно. Все эти стволы. Осталось прочекать вышки, и можно уже заправляться, да и ехать отсюда. Так, там зомби нету. Это что такое? Тактический, кстати, фонарик. Ну ладно, без фонарика обошлись же. Я думаю, дальше тоже никаких проблем не будет. Так, у тебя что? Фалькон магазин. Быстро смотрим, что в вышках. И уже ливаем отсюда. Так, нож. Ну вот здесь не очень. Так и не заспавнился здесь рюкзак. Хороший, да, отлипнет от этой лестницы. Так, смотрите, два ящика. Даже три. Но они нам не понадобятся. Так, шелс. Вот еще, кстати, 6. И там 6, уже 12. Так, все, милитари оружие.
Штанцы у нас есть. Гранаты, гранаты. Ну, такой себе. И, конечно же, нужен другой лут. Не такой, как здесь. Так, а что у нас за куртка, кстати? Ну, у нас как раз военная куртка. Так, опять магазины. Вайпер. Тут ствола никакого не заспавнилось. Ящики с патронами. Так, на эту башню мы не залезали же, да? Только на крайнюю. Здесь у нас магазины, магазины, магазины. Наверное, в вышках-то не заспавнится рюкзак. Так, осталось две вышки. И уже будем справляться. Ладно, давайте заранее подъедем, чтобы потом туда-сюда не бегать. Вот сюда вот. Все, выходим. И осматриваем последние оставшиеся две вышки. Все, осмотрел я вышки, ничего там интересного, к сожалению, нету. Так что заправляем машину и уезжаем отсюда. Там у меня где-то еще вторая канистра внутри. Кстати, заодно посмотрим, что у нас тут вообще-то осталось. Да, вот вторая канистра. Так, что я взял-то? Патроны случайно взял. Вместо канистры. Так, это мы тоже заправим. Все, давайте съедим МРЕ. Чтобы заполнить. Можно еще какие-нибудь таблеточки выпить. Витаминки. Давайте еще витаминок. Ну и пока хватит, я думаю. Все, поехали. Отсюда здесь больше делать нечего. Как же хочется взять вот этот вертолет и полететь. Когда же добавят лодки и вертолеты? Сколько я об этом уже говорю. Так, здесь опять нужно аккуратненько выехать. Но аккуратно у меня не получается. Ну ладно, у нас есть горелка, если что. Так, знак. Жалко, кстати, и знаки здесь сбивать тоже нельзя. Все, теперь мы можем спокойно ехать. Полный бак, две канистры. Можно даже по дорожке. Вообще потенциал у этой игры безграничный практически. Можно ее улучшать и улучшать. Но, к сожалению, разработчик только один. Если бы у него была команда, мы бы уже, наверное, с вами и летали, и радио было какое-то. Было прикольно, если бы радио в машинах было. И можно было бы его еще вытащить как-нибудь. Возможно, Нельсон соберет команду когда-нибудь. И мы увидим огромное количество контента. Как в какой-нибудь террарии, который постоянно до сих пор обновляют, кстати. Так, здесь мы проедем-то хоть? Да, вроде должны. Так, зомби, нет, отстаньте. Есть машины в гараже. Так, или не проедем? Вот сюда, на дорогу, на асфальт выедем. Да, проедем, все нормально. И теперь по прямой. Да, и потом только уже поворот будет. Красота. Едешь себе спокойно, никто не мешает. Карты маловато, к сожалению. Так, мне же сюда по мосту, да? Да, по мосту и через аэропорт уже поедем на тот остров. Несмотря на эту всю кубичность, кстати, виды все-таки красивые. Графика приятная глазу. Здесь, конечно, что улучшать. Но все равно даже так выглядит неплохо. Так, сюда мы поворачиваем. Нам же не нужно сворачивать с дороги, да? Хотя она тут закончится. Сейчас мы поедем к бездорожью уже. В аэропорт, я думаю, мы не будем заезжать. Просто поедем по прямой вот здесь вот. Кстати, вот здесь я, по-моему, не смотрел, да? Я не помню, этот самолет разрушенный. Так, ну-ка, давайте выйдем. Или смотрел. А, нет, тут, по-моему, аренда лодок. Я тут был, но что-то самолет я, видимо, не заметил. Металлический кусок. Веревка валяется. Металл, гвозди. Все, да? Да, в общем, смотрите, прям вошел в землю. И, видимо, не один, или это часть только. А это вторая часть. Ну, скорее всего, так и есть. Это кабина. Банка, штанцы, кстати. Как я не заметил этот самолет. Так, не знаю, зачем мы бьем зомби. А, чтобы опыта набрать. Все, поехали. Тут уже смотреть нечего. Можно, конечно, опять нырять. Это же здесь было место, где мы ныряли. Так, я что-то стукнулся об дерево. Давайте уж вылезем, починим машину. Все.
Двинемся вот здесь, вот спустимся аккуратно. Главное опять в дерево не пилиться. Да, здесь можно спокойно проехать. Без особых усилий. И наконец-то мы достигли нашей цели. Этого острова. Так, я сейчас смотрю, стараюсь смотреть. И куда я еду, и вдаль, чтобы увидеть какие-то объекты. Я уже вижу дом, я вижу мостик. И похоже это на церковь. Да, действительно церковь. Вот кладбище рядом. Так, тормознем здесь, заглянем в церковь. Правда, тут зомби шляются, но проблемы они нам не доставят. Что у нас тут в церкви может быть? Какая-то она маленькая. Весло. Скамейка, кстати, упавшая. Так, это все нам не нужно. А, нет, рейнджер, магазин. Но у нас, по-моему, уже места нет, да? У нас полно всего. Ну, можно выпить там сок какой-нибудь. И взять 17 патронов-то пригодится, наверное. Хотя, может, уже и не пригодятся. Все, можно... А, вот коробка. Ладно, не будем уже брать коробку. Там тоже 13 патронов. Давайте посмотрим могилы. Осмотрим, точнее. Так, минус. Все. Все зомби, два зомби. Я думал, тут прямо должно быть много зомби. А нет, вон еще один. Так, покосил немножко. Тут упавшая могила, точнее надгробие. Так, здесь зомби, да, мне показалось, что лут тут какой-нибудь интересный. Жалко, сделали бы какую-нибудь раскопанную могилу. Туда бы накидали какого-нибудь интересного лута. Все тогда, церковь мы осмотрели. Давайте пройдемся к вот этим лодкам. Ну, мне кажется, там ничего не будет абсолютно. Да, тут даже на мостике-то ничего нету. Да, ладно. Тогда едем дальше. Сядем опять в машину. Хотя можно тут, в принципе, и пешком пройтись. Но я думаю, машину не будем оставлять уже. Так, вот еще зомби, откуда он тут появился. Все, поехали. Что-то пока я больше ничего не вижу. Только деревья. А на карте есть какие-нибудь обозначения? Да, есть какие-то вот два маленьких озера. Так что тут что-то должно быть все-таки. Смотри, даже дорога. А, это же гольф-площадка. Вот гольф-машинка. Кстати, непонятно, почему не добавили машину, которая на ходу. Или вон добавили. У нас же в игре есть. Или нет, это тоже декор. А смотрите, там что-то внутри есть. Что это такое? А, рюкзак. Ну, здесь вряд ли уж будет что-то, да? Это просто лужица какая-то. Даже на озеро-то не похоже. Лунки там, я смотрю. Может, у лунок спавн будет. Давайте подъедем к одной из лунок. Я помню, в первой еще версии тоже была гольф-площадка, и там спавнился лут обычно у лунок. Хотя он там рандомно, наверное, спавнился. Везде уж, на каждом шагу был гольф-клуб. Ну, чувствую, там кроме клюшек и формы гольфиста я больше ничего не найду. Даже гольф-машинку не заспавнили. Хотя она мне не нужна. Так, вот рюкзак. Хотя нет, смотрите, тут стволы есть. Два револьвера. Еда есть, бинокль, фонарик. Фонарик можно взять. Но я этого делать не буду. Давайте покушаем. У нас 60% уже осталось. Съедим какие-нибудь батончики. И наберем еще одну. Ну, точнее, еще одни батончики. Вот так вот. И запить можно. Какую-нибудь газировку. У нас же там куча всякого говна была. Колы, например. Да. И теперь давайте прочекаем это здание. Телевизор. Тут, по-моему, вообще пусто. Нет, есть какая-то одежда, еда, джинсы. Так, а на втором этаже... Кстати, зомби вообще нет. На втором этаже видно столовая какая-то или кафешка. Ну, все, да, здесь ничего нету.
так себе местечко. Так что поехали дальше еще. Мы не до конца доехали. Там какая-то пристань, по-моему, была или что-то типа того. Наверняка здесь на этой карте еще есть какие-то секреты, которые я не обнаружил. Но мне так лень ходить по тем местам, которые я уже исследовал. Потому что не особо интересно уже. Так, ну здесь ничего нету, только вот... Вон те домики, которые я смотрел. С той стороны. С того пляжа. Вот он и пляж еще один дополнительный. Так, на пляж, я думаю, мы не будем заглядывать. Или заглянем. Нет, ну давайте не будем. Там, кстати, летает столик один. Точнее, не столик, а как эти называются? Шезлонг, по-моему, они называются. Так, смотрите, тут площадка есть футбольная. Вот это же интересно. Вряд ли тут, конечно, лут будет. Но еще бы мяч было бы, возможно, погонять. Но нет. Такой возможности еще не добавили. Так, тут есть какая-то хавка. Еще пляж. Давайте прочекаем домики. Может, там что-нибудь интересное будет. Но обычно, когда я говорю, может быть, там что-нибудь интересное будет, в итоге оказывается ничего интересного. Поэтому надо уже не говорить так. Может, тогда случится чудо. Еда, еда, еда. Больше чего. Секретки тут вряд ли какой-то будет. Хотя, может, внутри какая-то пещера. В смысле, на глубине какая-нибудь пещера будет. Рюкзак. Дайте мне уже нормальный рюкзак. Хотя, наверное, мне он особо-то и не нужен уже на данном-то этапе. Там шкаф был, я даже поленился шкаф открыть. Вот смотрите, тут лестница какая-то есть. Может, если мы нырнем, найдем что-нибудь интересное. Тем вроде нет. Это просто подъем для тех, кто упал случайно. Даже это предусмотрели. Ой, вот как сейчас. Ладно, пройдем до конца, вот в тот большой дом заглянем еще. И будем уже отсюда смываться. Еда, я вижу опять. Что у нас тут? Еда, еда, еда. Рюкзаки. Ну да, даже я не знаю даже, чего я хочу вообще. Кроме рюкзака нормального. Ничего мне уже особо-то и не надо. Чего я вообще ожидаю? Да, все, здесь ничего нету, можно возвращаться обратно. Еще я видел какой-то маленький там островок, давайте доедем туда. Вот он здесь находится. Какой-то совсем малюсенький. Интересно посмотреть, что там находится. Так, ну на пляж мы уже не будем. Итак, знаем, что там еда, да и все. А то, возможно, и ничего вообще не будет. Так, вон он, маленький островок. И, по-моему, там абсолютно ни хрена. Сейчас тормознем здесь. Можно даже отсюда посмотреть, не переплывать. Вот так вот. Хотя там корабль есть. Лодка, точнее. Камни, и все, больше ничего не вижу. Ну, давайте переплывем уж. Раз уж мы затеялись. Более детально изучим этот остров. Может, если нырнуть, будет что-то интересное, нет? По-моему, нет. Да, абсолютно пустой остров. Видимо, добавлен просто для красоты. Кстати, еще один, еще один. Хотя на карте их не видно, кстати. Ну да ладно. Что ж, мы осмотрели все локации. Все самое интересное посмотрели, я надеюсь, по крайней мере. Возможно, мы не нашли какие-то секретки, но это уже не важно. Это, наверное, финальная серия на этой карте. Другие серии выживания уже будут на других картах, возможно, на каком-то сервере даже. А если у вас появилась какая-то идея, пишите обязательно об этом в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.